Малый театр – один из старейших в России. Узнать его историю и побывать за кулисами смогли ребята, которые пришли на программу «Дружим с малым». В театре был я много раз, а за кулисами впервые. Мы сегодня гуляем по Малому театру и видели те места, которые зритель никогда не видит. В эту программу входит не просто просмотр спектакля, это целые два дня, которые проводятся внутри театра. Нам сегодня рассказали о разных профессиях, которые есть в театре. Меня больше всего поразила эта профессия суфлеров. Это те люди, которые подсказывают текст героям на сцене. Суфлер должен подсказать так, чтобы услышал только актер, а не зрители в зале. Мы сегодня спустились под сцену и увидели устройство поворотного круга. Благодаря поворотному кругу можно быстро менять декорации на сцене. После экскурсии у нас идет небольшая вводная лекция. Ребята смотрят спектакль, и после спектакля они приглашаются в наше щепкинское фойе, где с ними проводит встречу артист из этого спектакля. Я играю Буратино в постановке «Буратино». И этот спектакль входит в программу «Дружим с малым». Дети задают мне различные вопросы, я с интересом на эти вопросы отвечаю. Сегодня я поняла, что театр – это отдельный мир. Я мечтаю в этом театре посмотреть все спектакли.